Всем привет! Сегодня мы поиграем в орнаменты – оригинальную игру на запоминание. Игра подходит для игроков от 7 лет. В нее могут играть от 2 до 6 человек. Одна игра длится около 20 минут. Она тренирует память и наблюдательность. В комплекте 32 пары карточек с различными орнаментами и интересными цветными узорами. Рассказываем, как играть. Карточки перетасовываем и раскладываем на столе лицевой стороной вниз, сеткой 8 на 8. Первым ходит самый младший игрок. Он должен перевернуть две любые карты. Если карточки образуют пару, то есть на них один и тот же орнамент, игрок забирает фишки себе и продолжает игру. В противном случае игрок должен перевернуть карточки обратно картинкой вниз и передать ход своему сопернику. Следующий игрок делает все то же самое. Игра продолжается до тех пор, пока на столе не закончатся карты. Побеждает тот, кто соберет больше всего фишек. Отлично! Теперь вы готовы сыграть в орнаменты и открыть для себя еще множество других игр для тренировки ума. Людик, игры для активных умов.